Детях и их родителях.
Нашу секцию. Особенности летней кампании 2020 года. Секция наша сегодня будет, на нашей секции будут представлены доклады Игоря Анатольевича Михеева, директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха. С нами сегодня Игорь Олегович Петрищев, ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова. И меня зовут Леонид Проценко, я исполняющий обязанности директора Федерального центра студенческого туризма и краеведения. Сегодня мы говорим о лете, непростом, отличающемся от всех, о том, каким образом будет организована работа с детьми в это непростое время. И ключевое установочное, скажем так, сообщение мы представляем слово Игорю Анатольевичу Михееву, Министерству просвещения Российской Федерации. Игорь Анатольевич. Спасибо. Добрый день, коллеги. Ну, слово «доклад» я бы, так это, наверное, слишком громко сказано. Я как бы предлагаю такую дискуссию, потому что наверняка будут какие-то вопросы, будут какие-то уточнения, особенно, наверное, у той части подключившихся и участников нашего общения. Поэтому, наверное, давайте большую часть времени оставим на этот момент. Что касается лета, ну, действительно, мы находимся в понятной ситуации, что третий месяц уже фактически идет у нас исключительно дистанционное общение. Все мероприятия проходят в формате онлайн. И это накладывает определенный отпечаток и заставляет нас вовремя и своевременно ориентироваться уже, ну, по сути, в текущей ситуации. Сейчас закончился учебный год. Большинство детей уже освобождены от образовательного процесса. Только 11 классы, как вы, наверное, слышали и знаете, о чем уже было опубликовано и неоднократно сказано, только 11 классы, и то та часть детей, которые планируют поступать в вузы, будет сдавать единый государственный экзамен. И в этой связи вот та часть школьников, которая с 1, по сути, по 11 класс, выходит в некоторое такое свободное плавание. При этом мы понимаем, что текущая ситуация эпидемиологическая, она еще не совсем благоприятная, то есть
возможности к открытию всех площадок образовательных, загородных, культмассовых, она еще недостаточна для того, чтобы говорить о полноценном открытии, полноценном нахождении, ну и даже, наверное, говорить о полноценном отдыхе детей. Мы подразумевали эту ситуацию и не сегодня, и не вчера. Могу сказать, что уже 15 мая было совещание у Татьяны Алексеевны Голиковой, заместитель председателя правительства, на котором, по итогам которого было принято решение, и, в принципе, опять же, были направлены соответствующие рекомендации на глав субъектов и на ключевые ведомства по работе в летний период. Потому что, еще раз говорю, что мне очень сложно даже назвать это период детского отдыха, потому что в первую очередь, особенно в июне месяце, с учетом того, что рекомендации даны регионам начинать именно летнюю кампанию оздоровительную не раньше 1 июля, и то в зависимости от региональной ситуации и от принятия регионального штаба по коронавирусу, мы прекрасно понимаем, что наша задача совместно предложить занятость для детей в различных форматах, но с учетом того, что очных форматов на сегодняшний момент быть не должно, по крайней мере, на текущую дату, то, конечно, все силы брошены на то, чтобы создать максимально возможные условия и возможности для детей в формате онлайн. Буквально позавчера у нас состоялось селекторное совещание с уполномоченными органами в регионах, которые отвечают за летнюю оздоровительную кампанию. Были даны соответствующие указания, был такой конструктивный разговор, в том числе и ответы на вопросы ряда регионов, где мы еще раз проговорили, что летняя кампания по отдыху откроется не ранее 1 июля, и говорили о том, чем, какие возможности и что нужно сделать для того, чтобы занять детей на период июня месяца. Нами на базе нашего подведомственного учреждения, Федеральное учреждение детско-юношеского туризма и краеведения, создан, ну, так называемый оперативный штаб «Горячая линия». Как раз возглавляет этот центр Леонид Михайлович Проценко, модератор сегодняшней дискуссии, на котором круглосуточно создана горячая линия, и мы принимаем все вопросы от регионов, которые будут интересовать как родителей, так и детей, педагогов, образовательные организации, лагеря, уполномоченные органы и так далее, и так далее. То есть любые вопросы мы будем, учреждение будет работать, горячая линия, оперативно нам будет поступать информация, и будем понимать и принимать какие-то оперативные решения. Кроме того, на этом же наша задача, во-первых, дать возможность и муниципальным организациям, а нам такие запросы поступают из регионов, предложить контент. Естественно, каждый год у нас в летнюю кампанию работают учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта. Но в этом году мы видим, что это особенно востребовано, особенно важно. Ну, я так для сравнения, немного статистики. Например, в прошлом году у нас в различными формами отдыха было охвачено порядка 7 миллионов детей в летний период, а формами так называемого дополнительного образования, либо какой-то просто дополнительной занятости, более 4 миллионов детей. Конечно, в этом году таких цифр мы прекрасно понимаем, что достичь будет проблематично по понятным условиям, и даже та предварительная статистика, которую мы собрали с регионов на текущий момент, мы видим, что охват, даже планируемый к летней кампании, он значительно будет меньше, чем указанные 7 миллионов,
Сложно сказать вообще, сколько это будет. Но о летней кампании давайте чуть отдельно тогда поговорим. Так вот, учреждение дополнительного образования, подведомственные, по крайней мере, Министерство просвещения, все будут мобилизованы, работать в дистанционном формате. Это и региональные кванториумы, и региональные модельные центры, это и площадки региональный центр одаренных детей. То есть вот все площадки, которые созданы и работают в рамках национального проекта образования, они готовят дистанционный формат занятий, интерактив для детей. Мы уже на текущий момент собрали этот интерактив. Он вот даже для нас получился немножко таким неожиданным. На вчерашний день это было порядка 1500 различных активностей по всем 6 направленностям дополнительного образования. Это только тот формат, который можно обсуждать и можно показывать детям в режиме онлайн. Это и полноценные занятия, и занятия, которые идут с некоторым таким отдаленным эффектом, то есть которые могут проходить не один день, когда дети могут даваться дополнительные задания и так далее, и так далее. На площадке Российской электронной школы уже с 1 июня будет работать такая вкладка. Она так и будет называться «Дополнительные образования и летние смены», где мы будем, во-первых, опубликован ряд таких ссылок, ряд таких активностей, которые будет размещено. Кроме того, может быть, вы слышали, что вчера министр просвещения Сергей Сергеевич совместно с агентством стратегических инициатив обсуждали открытие портала совместно с ОСИ, навигатор дополнительного образования. Кроме того, в рамках, опять же, нацпроекта есть такие же навигаторы по регионам, где публикуются, опять же, различные активности и форматы в сфере дополнительного образования детей. Как уже сказал, еще раз, с 1 июня, получается, с понедельника, это все будет в доступе на Российской электронной школе с отдельной вкладкой, куда может заходить абсолютно любой человек и формировать для себя программы. Особенно важно, что мы для себя это отмечаем. В первую очередь мы даже делаем это не то, что там ребенок будет заходить или родитель, хотя такая востребованность тоже есть, особенно в отдаленных территориях. К нам поступило достаточно большое количество запросов именно из муниципальных образований. Запрос состоял в том, чтобы дать возможность в эти муниципальные образования дать контент. Вот что можно предложить детям без соответствующей инфраструктуры, без соответствующей подготовки, без соответствующих каких-то дополнительных возможностей, что им можно предложить. Потому что установка, конечно же, поступила во все организации. Другой вопрос, как это уже там будет работать. Переходя уже непосредственно к летней оздоровительной кампании, могу сказать, что процесс, во-первых, подготовки шел уже и в мае месяце, и он касался тоже формата онлайн. Я вижу здесь среди спикеров мой коллега Игорь Олегович Петрищев, ректор Ульяновского государственного педагогического университета. Ульяновский педагогический университет, ну, наш давний партнер, но и в этом году ВУЗ разработал такую тоже онлайн-площадку, подготовку именно вожатых для формата. Ну, то есть ВУЗ-то давно занимается, я думаю, что Игорь Олегович еще расскажет, ВУЗ давно занимается подготовкой вожатых для лагерей, но в этом году с учетом вот такой специфики и особенностей мы попросили коллег, чтобы была разработана уже такая специализированная программа, которая, как показывает практика, тоже очень востребована в ряде муниципалитетов, регионов, онлайн-вожатый, то есть формата онлайн-смен.
и Ульяновский педагогический вуз, Московский государственный педагогический университет, Санкт-Петербургский имени Герцена, наш Всероссийский детский центр «Океан». Вот совместно уже вот эту программу подготовили. И Игорь Олегович, наверное, расскажет. Она, в принципе, уже, по-моему, даже должна закончиться, потому что в июне уже эти смены, собственно, должны начаться. Кроме того, наши всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» по традиции ведут такие площадки. Могу сказать, что в этом году, например, в качестве просто приведу, «Артек» празднует 95-летие. И можно в интерактивном формате, вчера, насколько я помню, они разместили эту ссылку, что уже можно записываться на такую онлайн-экскурсию по «Артеку». Это тоже, ну, во-первых, тем, кто там уже был, но, может быть, не все места «Артека» посетил, тоже будет интересно, но особенно те, кто еще в «Артеке» не был, я думаю, что тоже будет познавательно интересно посмотреть особенности «Артека», как говорится, уже изнутри. Что касается летнего отдыха, как я уже сказал, мы будем ориентироваться на те рекомендации, которые вчера выпустил Роспотребнадзор, методические рекомендации. Я думаю, что там сегодня-завтра они уже будут во всех регионах, в уполномоченных органах. Мы будем их активно обсуждать. Там есть моменты, сразу скажу, которые нам поступает, опять же, обратная связь с регионов. Есть вопросы. Мы это будем обсуждать. Обращаю внимание, что это именно методические рекомендации, это не нормативный акт, который мы будем воспринимать только так и никак иначе. В любом случае, все будет ключевое, это что решение будет принимать оперативный штаб региональный. И, соответственно, исходя из эпидемиологической ситуации, которая есть в регионе. Мы, конечно же, рассчитываем, что к концу июня ситуация уже выправится окончательно. Это видно и по последним дням по динамике. И мы сможем уже, ну, насколько это возможно в заданных условиях, полноценно начать летнюю кампанию. Конечно, есть ограничения. Конечно, есть рекомендации загружать лагеря не более 50%. Конечно, есть ограничение не вывозить детей за пределы региона, в котором они находятся и проживают. Это условия, которые, опять же, здесь и сейчас текущие, мы с коллегами из Роспотребнадзора обсуждаем. Это условия, исходя из текущей ситуации, когда регионы, только часть регионов находится, так скажем, по выходу из этой эпидемиологической ситуации только на первых-вторых этапах. А вообще, в принципе, говорить о детском отдыхе можно будет тогда, когда они уже выйдут на третий этап. Но если будет, опять же, такая благоприятная динамика и ситуация будет налаживаться, то, в принципе, может быть, и к августу уже будет возможно. Ну, прогнозы делать сейчас не хочется. Вопрос, как говорится, обсуждения идут разные. Но пока мы исходим из той ситуации, которая есть, лагеря будут открываться с 1 июля, исходя из эпидемиологической ситуации региона, как я уже сказал. Смены будут, ну, и загородные лагеря, и лагеря дневного пребывания. Все это будет, но, опять же, вот есть ограничение не более 50% от той мощности, которая позволяет данный лагерь конкретный, ну, исходя из социальной дистанции. Одно из условий еще есть в рекомендациях, чтобы и персонал проживал на территории, но это такой вот момент, который тоже будет обсуждаться, потому что не все лагеря имеют такую возможность, мы это прекрасно понимаем, тоже готовы это обсуждать. Наверное, пожалуй, все. Если будут вопросы, готов на них отвечать. Спасибо большое, Игорь Анатольевич. Вы сказали, что обратили внимание, что весной была апробирована система
подготовки профессиональных кадров наших, а я вожатых отношу к профессиональным кадрам в нашей сфере, в Ульяновской области. И, скажем так, ключевой пилотный проект соорудили на своей территории наши замечательные коллеги из Ульяновска. И поэтому, Игорь Олегович, расскажите, пожалуйста, о опыте, который был реализован у вас на базе вашего Ульяновского пединститута. Какие интересные плюсы, минусы выявились, потому что я не слышал до весны этого года о именно такой вот системной работе в условиях онлайна по и подготовке персонала, и вообще подходу к вопросам занятости онлайн. Поэтому вам слово, будет крайне интересно услышать ваш опыт, а дальше, я думаю, что наши зрители зададут нужные нам вопросы. Игорь Олегович. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленную возможность поделиться своим опытом и опытом Ульяновского государственного педагогического университета по вопросу подготовки вожатых к онлайн-сменам. Для нас этот опыт также новый, наверняка, как и для всей России, но при этом хочется отметить, что мы так же, как и все педагоги, все вожатые, ну и наверняка все дети и родители ждут открытия не онлайн, а нормальных смен, которые будут проводиться, как Игорь Анатольевич сказал, будем надеяться, с 1 июля. Но очевидно, что организация каникулярного отдыха детей и подростков в этом году стала одним из самых серьезных вызовов для всей системы образования. И в условиях невозможности начать летнюю оздоровительную кампанию вовремя, пришлось переосмысливать некоторые традиционные подходы к ее проведению. Ну и также использовать для кого-то уже изученные, для кого-то новые дистанционные технологии работы с детьми. Ну и тем более, что со стороны многих родителей, со стороны самих детей сформировался некий запрос на организацию интересного и полезного досуга со школьниками в период самоизоляции. Что стоит отметить? Стоит отметить то, что для разного рода частных образовательных структур во многих регионах эти частные образовательные структуры первыми отреагировали на запрос школьников и родителей, предложив новые форматы и дополнительного образования, и детского отдыха. Это летние смены в режиме онлайн. И в отличие от традиционных форматов, онлайн-лагерь, он имеет свою специфику, свои особенности, учет которых требует новых знаний, навыков, ну и, конечно, опыта уже состоявшихся вожатых. Эта работа с информационным и медиаконтентом, организация активности школьников, ребят в социальных сетях, владение новыми техническими навыками, организация онлайн-мероприятий, обеспечение безопасности и защиты при работе в информационных системах, в сетях, некоторые этические нормы и правила поведения в сети при общении детей, родителей с педагогами, с вожатыми. При этом различные организации, образовательные организации, досуговые, спортивные, другие развивающие, сохраняют свои традиционные виды активности, как и возможность общения и организации общения ребят
в совершенно новых форматах деятельности, квестов, квизов, различных челленджей, флешмобов в сети и так далее. Ну и крайне важно при этом, что вожатый в ежедневном формате общается с родителями ребят и может получать обратную связь о той работе, которую он делает. Восполнить те пробелы, которые я обозначил в организации подготовки вожатых в этих новых условиях, и был призван тот проект, о котором я рассказываю, и по поручению Министерства просвещения Российской Федерации нашим университетом совместно с региональным правительством, как Игорь Анатольевич уже обозначил, со Всероссийским детским центром «Океана», Российским педагогическим государственным университетом имени Герцена, Московским педагогическим государственным университетом, такая программа была разработана и реализуется сейчас. Стоит отметить, что в нашем университете в предыдущие годы был накоплен достаточный опыт для проведения курсов по подготовке вожатых и также для организации летнего отдыха и оздоровления детей. Ну и, конечно, налажены партнерские связи со всеми всероссийскими детскими центрами, с международным детским центром «Артек», с ведущими вузами, педагогическими вузами Российской Федерации, которые занимаются этим направлением. Ну а наш ресурсный центр по подготовке вожатых «Ариадна», который ежегодно занимается подготовкой вожатских кадров и для их направления в лагере на территории Ульяновской области, но и не только, стоит отметить, что 2 года назад на базе нашего педагогического вуза и вот на базе центра «Ариадна» был создан координационный центр Приволжского федерального округа по подготовке вожатых в рамках проекта Всероссийской школы вожатых. Ну и сам университет на протяжении ряда последних лет реализует проект летних профильных школ для учащихся Ульяновской области. Ну и, несомненно, вот этот вот весь накопленный опыт и имеющийся потенциал вуза стали такой надежной основой для проведения тех курсов, о которых уже говорится, курсов по подготовке онлайн вожатых. Что нами уже сделано? Ну, во-первых, был разработан перечень необходимых дополнительных компетенций для работы вожатого в режиме онлайн и сформирована образовательная программа, 36-часовая образовательная программа по подготовке вожатых онлайн. Сразу стоит отметить, что эта программа рассчитана на тех вожатых, кто уже либо имеет опыт, ну, либо прошел необходимую базовую подготовку для работы в реальных сменах. Мы получили на 20-21 мая порядка 1200 заявок на участие в программе от уполномоченных органов в сфере детского отдыха и оздоровления из субъектов Российской Федерации, начиная от Архангельска и заканчивая Сахалином. И с 20 мая наша Всероссийская школа онлайн-вожатых начала свою работу. С 20 мая у нас принимают участие почти 400 человек из 30 регионов Российской Федерации. И, как Игорь Анатольевич уже сказал, да, действительно, эта неделя заключительная. У нас проходят заключительные занятия, и мы готовы будем вручить онлайн-вожатым онлайн-сертификаты. Но помимо организации синхронного обучения, мы планируем, что в результате проведения этих смен будет создана, она уже создается, такая площадка «Всероссийская школа онлайн-вожатых» на единой образовательной платформе. И
Конечно, это происходит при содействии вузов-партнеров, которые, каждый из которых вносит свой вклад и видеоконтентом, и различными методическими материалами. И уже сейчас мы в регионы также разослали, что по предварительной заявке можно получить доступ к размещенным материалам. Но отрадно вот то, что сказал Игорь Анатольевич на своем выступлении, что есть дополнительные платформы, на которых можно посмотреть контент и материалы, чем можно заниматься с ребенком в режиме онлайн вот в этот период самоизоляции. Также стоит отметить, что подобный формат подготовки вожатых в режиме онлайн стал востребован непосредственно и в нашем регионе, где уже с 18 мая стартовали первые онлайн-смены. Ну и насколько я знаю, что порядка 12 загородных оздоровительных лагерей организовали такие смены у нас в регионе. У нас были заявки от заранее до начала прохождения в формате всероссийском вот этой школе региональной заявки. Мы для региона подготовили 31 человек вожатых, 31 человека вожатых, которые уже приступили к работе в онлайн лагерях нашего региона. Ну, на мой взгляд, пока о каких-то серьезных результатах работы по данному проекту говорить может быть рано, поскольку массово, как уже было сказано, с 1 июня начинают ребята выходить в смены, и мы только в начале пути, но уже сейчас понятно, что проведение онлайн-лагерей может быть востребовано на осенних каникулах, в зимних каникулах, в весенний период. Ну и в лагерях, которые в силу своих материально-технических особенностей, материально-технической базы, может быть, не способны круглогодично проводить вот такие вот выездные смены. Ну и также проведение онлайн-смен дает возможность большего участия для работы с ребятами с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, либо ребят, которые проходят длительное лечение в учреждениях здравоохранения. Ну и, конечно, онлайн-лагеря могут серьезно расширить возможности и охват всероссийских детских центров, и при работе с ребятами на территории нашей Российской Федерации, а может быть и за рубежом. Здесь главное, на мой взгляд, что нынешняя ситуация позволила нам обратить внимание на некоторые аспекты подготовки современного вожатого, которые, может быть, не всегда принимались во внимание до этого. Я сейчас говорю о уровне владения информационно-коммуникационными технологиями, об умении организовать деятельность детского коллектива в совершенно новом формате, в неожиданном формате, о сочетании творческих способностей человека и навыков создания интересного медиа-контента. И уверен, что все эти вопросы должны стать неотъемлемой частью подготовки, профессиональной подготовки вожатых для России и в будущем. Но если говорить кратко, то я рассказал о том, как наш опыт сейчас продвигается и что мы сейчас сделали, также готов ответить на все возникающие вопросы. Игорь Олегович, спасибо большое. В университете, ну, кроме того, что университет имеет огромные традиции по работе в нашей сфере, и, в принципе, он является таким учреждением, кузницей кадров не только для области, но и для всей страны. Опять же, не только в области педагогики, но и в области
подготовки вожатых для сферы, не только в области педкадров, но и подготовки вожатых, поэтому нам всегда очень ценно и важно ваш опыт, и мы с большим удовольствием его распространяем. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, вопросов пока к нам не поступило. Наверное, это хорошо, потому что, значит, все понятно, о чем мы говорим. Я хотел буквально 10 минут рассказать о том, какие функции несет, выполняет ресурсный центр по координации проведения летней оздоровительной кампании, который реализован на базе Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. И также пригласить всех, кто нас слушает, в определенную дискуссию. Итак, по поручению Министерства просвещения на базе нашего центра создан ресурсный центр по организации детского отдыха. В рамках этого центра развернута горячая линия. Это телефон 8 800 444 35 38. По этому телефону могут звонить все участники, все граждане Российской Федерации и задавать свои вопросы в части организации проведения летней кампании в 2020 году. Мы зафиксируем все вопросы, мы пытаемся дать ответы на вопросы, которые есть у наших респондентов. И, соответственно, если вдруг вопрос какой-то мы не сможем дать в системе онлайн, то мы обязательно запишем разговор и перезвоним после уточнения каких-либо вопросов, потому что ближе к открытию лета вопросов становится все больше и больше, степень их непростоты возрастает также от дня ко дню. Помимо горячей линии, во-первых, немного статистики. На 8 утра 28 мая мы уже ответили на 540 звонков. В основном это регионы, Центрального федерального округа, крупные наши города федерального значения. Большинство звонков, конечно же, от родителей. Родители больше всего волнуются, будет ли лето, как его проводить. И здесь мы говорим о том, что все зависит от ситуации в конкретном регионе, и предлагаем обратить внимание на региональные органы, которые отвечают за детский отдых. Они называются региональные органы исполнительной власти, уполномоченные в сфере детского отдыха и оздоровления. На нашем сайте детскийотдых.рф можно найти, в зависимости от региона, какое министерство занимается организацией отдыха, и там уже получить исчерпывающую, подробнейшую информацию о ходе подготовки и реализации летней кампании в конкретном регионе. Конечно же, родителей волнует, как попасть на море. Еще раз обращаю внимание всех, кто нас слышит, слушает и, может быть, будет смотреть в записи в течение ближайших двух дней. Море на сегодня, регионы наши морские, гостей принимают, но не для отдыха и оздоровления, а довольно четкий алгоритм приема гостей, опять же, я говорю, в контексте отдыха и оздоровления детей. На сегодня все приезжающие, допустим, гости в Краснодарский край попадают в обсервационные, в обсерваторы, и дальше, соответственно, пребывание на море сводится к тому, что человек находится в обсерваторе. Поэтому на сегодня регионы наши южные закрыты. И мы не рекомендуем как семьям, так уж тем более организованным группам детей пока смотреть на сторону вот такой вот поездки до точно 1 июля этого года. Это наша рекомендация. Также мы говорим о том, что, уважаемые родители, онлайн – это, с одной стороны, не страшно. С другой стороны, это, конечно же, не замена, как Игорь Евгеньевич сказал, не замена детскому отдыху. Но в ситуации необходимости занять ребенка с пользой, интересно, и чтобы он
как говорится, сохранил себя максимально. Ну, в принципе, онлайн-мероприятия, которые предлагаются нашими региональными партнерами, нашим коллегами, которые рекомендованы на сайтах либо государственных органов, либо Российской электронной школы, либо на нашем, либо на сайтах педагогических вузов нашей страны. Эти онлайн-мероприятия, они, ну, скажем так, находятся в рамках, ну, в рамках качества. Мы можем гарантировать, что эти онлайн-активности будут полезны для детей и не будут нести характер такого негативного контента, о котором критики онлайн деятельности многие говорят. Ну, к сожалению, мы находимся, еще раз повторяю, в условиях вот такой вот системы самоограничений. В каждом регионе она своя, но при этом мы видим свет в конце тоннеля. Очень часто к нам звонки поступают от организаторов детского отдыха. Как нам поступать в системе? Здесь мы знакомим как раз коллег с документами, которые в настоящее время появились от как наших федеральных органов, Роспотребнадзора, так и говорим о том, где посмотреть региональное законодательство и региональную нормативку в части организации отдыха детей и их оздоровления. Конечно же, координация взаимодействия между регионами также входит в сферу нашей деятельности. Здесь вот сегодня, например, мы встречались так, на рабочей встрече с представителями уполномоченных, и здесь вопрос как раз поднимается, насколько тот или иной регион готов к работе летом. И можно сказать, что в принципе большинство наших организаций готовы к работе, но при этом, конечно, существуют жесткие ограничения по системе возобновления деятельности, которые диктуют, ну, ситуации санитарно-логического состояния субъекта Российской Федерации. Помимо этого, если возникает вопрос у наших там граждан, наших коллег, которые организуют систему детского отдыха, какие условия созданы для помощи, там, для сопровождения организации отдыха самих по себе организаций, здесь мы тоже говорим о том, что задачу, которую поставил вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова каждому региону, это не допустить перепрофилирования или закрытия детских лагерей. И в рамках этой задачи тоже наши коллеги из регионов делают все, что в их силах, для того, чтобы лагеря, ну, наверное, которые не смогли проработать весной, в начале лета, включились в работу в летнюю кампанию, уж тем более встали на полную мощность, когда будет возможно осенью, зимой и тем более следующим летом. Поэтому ресурсный центр нашего центра готов отвечать, ну, практически на любые вопросы, в том числе на вопросы, поступающие, например, на наш сайт. Вот на нашей секции о детском отдыхе летом 2020 года поступил вопрос, как будет организована защита выпускных квалификационных работ. Может ли быть очное проведение защиты, если на данный момент постановление, о дистанционной форме? И наш ресурсный центр ответит следующим образом, что этот вопрос находится в компетенции Рособорнадзора, или, скорее всего, и в большей степени руководителей вуза, где обучаются студенты. Конечно же, к сфере детского отдыха. Я надеюсь, что задавал вопрос человек, который хочет поехать на работу вожатым в одной из организаций детского отдыха, и для него это важно. Поэтому все вопросы, которые поступают к нам, мы готовы на них ответить. Итак, уважаемые зрители, мы готовы ответить на любой вопрос. Тема очень непростая, тема очень сложная.
Действительно, у нас сегодня лето находится в зоне такого большого риска, но при этом мы говорим о том, что все профессиональное сообщество готово к работе и создает все максимально возможные условия для того, чтобы ребята не потеряли себя как в части доп. Образования, так и в части летнего отдыха. Кто-то к нам подключился со звуком. Есть ли вопросы у нас? Ну что ж, если нет вопросов, коллеги, а у нас есть друг другу вопросы? Я думаю, тоже нет, что мы постоянно работаем. Огромное спасибо, Игорь Анатольевич, Игорь Олегович, что вы приняли участие в работе московского салона. И думаю, что уже дальше в рабочем порядке мы будем с вами продолжать эту работу. Спасибо огромное. Всего доброго.